Всем привет! Вы на канале Ольга Ворончихина. Сегодня я хочу устроить небольшой рум-тур по своей съемной квартире. Эту квартиру я уже арендую третий год, 2,5 года. И когда я пришла сюда осенью, я ее не хотела, знаете, снимать. До такой степени она мне была чужая. Вы представляете, пустая квартира, необжитая. А после того, как я уже здесь живу 2,5 года, я ее обжила, и мне она сейчас очень нравится. В этом доме я живу, на 12 этаже. Дом у нас вот такого коридорного типа. Это моя квартира и дверь, выходящая на балкон общий и на лестницу. Ну что ж, зайдем вовнутрь. Это вот такой коридорчик, чтобы вы понимали планировку. Значит, здесь у нас гардеробная. Вот такие вот у меня. Все это мне пришлось самой подделывать, конечно. Я вот тут полку подстраивала. Все, в общем, самой пришлось доделывать все. Значит, дальше что у нас здесь? Ванна. Здесь тоже, когда я зашла, все эти стены были ободранные. Вот пришлось мне это все пилить. Тут краску ободрала, приклеила вот такую пленку. Все пришлось, конечно, полочки, все прикручивать самой. В общем, вот такая вот ванна. Дальше у нас идет туалет просто. Такой. Туалет я, конечно, не закрываю, потому что плотно, потому что у меня кошка. Так, дальше у нас что? Вот кухня идет. Вот идет кухня. Здесь вот мойка. Машинка, плита. Здесь тоже пришлось все пленкой обклеивать, потому что все это было. Видите, у нее тут нету плитки. И мне пришлось, чтобы оно не моралось, обклеивать пленкой. В общем, все, потолки все белила тоже. Все делала сама. Подкрашивала. Все вешать приходилось, нанимать людей. Вот, ну, там есть и это. Ой, лоджия, скажите мне. Большая она и в кухню уходит, и в эту комнату. Ну, вот здесь, собственно говоря, я сижу. Всегда вещаю. Вот мой штатив. Сима прибежал проверить. В общем, вот вид такой в кухне у нас здесь. Ну и вот комната еще. Ну и, собственно говоря, вот комната у меня. Комната большая. Вообще квартира как бы для меня, для одной, большая. Что там говорить? Тоже здесь пришлось все и стены красить. Тут обои под покраску. Мне пришлось их подкрашивать. И потолки белить. Ну, в общем, все пришлось, конечно. Как вы знаете, да, под себя подгонять. Сначала меня это все не устроило, потом, ну, уже потихонечку я разобралась. И сейчас мы с Симочкой тут живем. Симочку сегодня намыла, она мне вообще в шоке. Не любит мыться. Кошки вообще мыться не любят. Это вот Симин тут уголок. У нее тут кровать, но она в ней не спит, конечно. Когтеточки, она тут не точит когти. Я вперед научилась ногти тут точить. Сколько я ей не показывала, ничего у нее не получается.
Ей проще об обои, об диван, обо всем на свете, только не о когтеточку. Но наличие имеется. В общем, вот, ребятки, я вам показала свое жилье, где я живу, где провожу время свободное. Дом у нас хороший, спокойный, достаточно, скажем так, новый. У нас на первом этаже сидят там консьержи, они, конечно, просто так никого не пропустят, только по разрешению. Так что очень здесь у нас тихо, спокойно, никаких пьяниц, ни наркоманов. В подъездах чисто, делают всегда уборку. Так что мне очень нравится эта квартира сейчас. Для меня она стала очень такой совсем родной. Ну, с вами я, ребята, прощаюсь. Пока-пока, не болейте. До новых встреч!